Первая добавка, та, что в жирной рыбе, доступна нам как Arctic Sea. Это важный продукт для суставных проблем, потому что содержит омега-3 жирные кислоты, которые действуют противовоспалительно. Это классический продукт, который следует использовать. Следующий продукт содержит важные минералы. Кальций, магний и селен. Это Nature Man, Better Care и гель алоэ. Витамины В12, С, Д и Е. Это Forever B+, абсорбент С, Better Care и гель алоэ вера. Есть натуральные противовоспалительные вещества, и они есть в геле алоэ вера. И именно они помогли моей пациентке. Там содержится фермент салициловая кислота, из которой в организме получается салицилат, действующий как аспирин, уменьшая боль и воспаление, вместе с фламастероидами, которых в алоэ вера 3. Так что они вместе составляют мощный коктейль. Согревающий лосьон, который хорошо действует на мышцы и мягкие ткани. И мы пришли к звезде сегодняшнего представления, новому продукту. Это алоэ вера Freedom. Богатый алоэ вера. Он богат новыми ингредиентами, которые были специально отобраны и добавлены. Это глюкозамин, который уже является самой продаваемой добавкой в США. Это натуральное вещество, которое находится в нашем организме, особенно в хрящах. С возрастом он образуется хуже, оттого и тенденция к артриту со старением. Чтобы помочь кому-то с суставными проблемами, нужно помочь восстановить хрящевой слой на кости, который действует как амортизатор, чтобы кости не терлись одна о другую. Глюкозамин сделает это. Могу сказать, что глюкозамин интенсивно исследовался, и одно из самых потрясающих открытий было такое. 150 миллиграммов глюкозамина помогает так же, как 200 миллиграммов нестероидных противовоспалительных средств, ибупрофена. Так что мы имеем естественный продукт с той же силой действия, что и традиционное лекарство. Он исключительно безопасен. Я перерыл гору литературы в поисках побочного эффекта глюкозамина и не нашел ничего. Клинически он очень и очень безопасен. Не только глюкозамин добавили в этот продукт, но и еще одно средство под названием хондроитин. Снова это естественное вещество из нашего организма. Его эффект в том, чтобы жидкость в суставах стала гуще, как густое масло в моторе, защищая части мотора, в данном случае суставные поверхности. Но это вещество еще и помогает строить хрящевую поверхность вместе с глюкозамином. Как строят небоскреб.
Сначала строитель ставит стальную решетку, раму, это глюкозамин, потом наращивает здание, это хондроитин. Они работают синергично, как бригада. Третья добавка – это витамин С. Он необходим в любом процессе заживления тканей. Он добавлен, чтобы следующий ингредиент действовал эффективнее. Это MSM. Он без витамина С не может эффективно работать. Это еще одно естественное вещество, обнаруженное в организме. Оно имеет противовоспалительный и обезболивающий эффект. Оно использовалось много лет для лечения лошадей. Лошади с поврежденными суставами и мышцами быстро выздоравливали. Пробовали ли вы убедить лошадь, что ей лучше? Нет. Это значит, что плацебо-эффект здесь исключен. Оно работает. И мы имеем замечательную комбинацию вместе с замечательным гелем алоэ вера. Что это значит? Я полагаю, мы имеем действительно мощный и эффективный продукт – алоэ фридом. Я пойду на шаг дальше, чем Рекс Мон, который сказал, что его продажи будут конкурировать с гелем алоэ вера. Я говорю, что его продажи превысят алоэ вера гель. Я думаю, что он завоюет мир. Глюкозамин, который уже есть на рынке, действует очень медленно. Нужно время, чтобы получить разумный эффект. Наш продукт начинает действовать в несколько дней, может быть, недель, потому что он смешан с алоэ вера, как носителем, что улучшает всасывание этих добавок. Нет смысла ждать, пока всосутся по отдельности принятые добавки. Наш продукт имеет прекрасную всасываемость. Так что мы имеем исключительно мощный, безопасный и эффективный продукт.